В Андроуке Минулая или Free Walking Tours. Каждый день в столице проходят пешие экскурсии, где профессиональный гид рассказывает горожанам про легенды старого Минска. В среднем прогулка занимает около 1,5 часа. Старт в 19:00. Отменить экскурсию может разве что дождь. К слову, места встреч с гидом разные, это зависит от тематики экскурсии. Подробное расписание можно найти на страничке проекта в интернете. Я бы эти экскурсии, например, бы рекомендовала, чтобы даже как-то организовывали чаще детям. Они вообще познавательные на самом деле. Подобного рода проекты, они заставляют людей все-таки выходить на улицы, общаться и знакомиться друг с другом. Это очень важно. Коли человек ничего не ведает про той город, в котором он живет, он это не ценит и не любит. И когда такое бывает, мы начинаем гублять шмат чего цікавого по городу. А когда люди ведают про ту локацию, где они находятся, напевно, простее заховывать те исторические помники, которые мы имеем, а навод отбудовывать те, которые были страчены.